сейчас с Игорем приехали на студию, и здесь вот такая интересная красота всякая. Сейчас попробуем поиграть. Он на драмках, я на синтах. Чего это? А это что? А это винтажное киношное оборудование. Ну да, да, вот. Бобинки. Здесь раньше история такая, что был какой-то голландский чел, который уехал в Америку. Он был киношным. А, и он это все собирал. Да, да, да. А сейчас этому все больше не нужно, и это просто осталось здесь вот так красиво. Но это не используется, наверное, ждет своего часа. Вот это очень прикольный инструмент. Он, я забыл, как называется, то ли сферофон, то ли что-то такое. Ну, короче, это как ксилофон, только сзади него глиняные горшки разных размеров, которые возвращают тебе звук. И он звучит просто супер офигенно. Я думаю, что можно попробовать. Слышишь? Да-да-да-да-да, вместо динамиков. Просто нормально, ребята, по-моему. Там несется что-то, да. Так, а нам куда? А нам сюда.